Я Людмила. Приехала из Уфы на отдых в Крым. Второй раз. Первый раз я была в Гурзуфе. Мне там очень понравилось. Прекрасно. А сегодня же я посетила Кектебель. Кектебель – это родина моих родителей. Они были эвакуированы в 44-м году. И я приехала, хотела распознать здесь, что есть наше близкое и родное. Чувствую, кровь меня родительская тянет сюда. Здесь прекрасно, чудесно, отличные, замечательные горы. Такое ласковое, искреннее, теплое море. Прекрасные волны. Замечательный отдых. Мне это все очень здесь нравится. И я чувствую, в скором будущем приобрести здесь жилье для себя. Свозить сюда свою маму, она еще жива, ей 83 года. Крым – это море позитива. Я очень рада, что я побывала здесь во второй раз и чувствую, это не последний раз. Люди, приезжайте сюда, здесь исключительно теплое море, прекрасное солнце. Все дни, которые мы находились здесь, было очень тепло, весело и радостно. Здесь море позитива. Очень много развлекательных разных центров. Мы везде здесь гуляем, зажигаем. Прекрасная музыка джаза была, мы вчера ее посетили. Люди, приходите, здесь чудесно. И действительно, здесь гостеприимный народ, вас здесь все встретят, полюбят. И вы будете сюда постоянно приезжать. Здесь море позитива, все, мы вас любим, изумительно.